Всем привет, ребят, с вами снова Хик. Наконец-то дошли у меня руки до того, чтобы обучить вас спидрану, но прежде чем приступить именно к самой игре, именно к каким-то стратегиям или каким-то стратам, во-первых, нужно подготовить вашу GTA к этому самому спидрану и настроить все программы для того, чтобы выставить свой результат на турнирную таблицу, так скажем. Вот, в принципе, она таковой является сейчас. Any%, ну, может, glitches. В общем, есть разные категории, но прежде чем ко всем к ним приступить. Чтобы их хранить начать, нужно подготовить свою GTA, разумеется. Вот, что мы делаем прежде всего? Часто задаваем вопрос на моих стримах, мол, Хик, что у тебя за GTA, что с ней делать, куда идти, как ее апгрейдить до такого состояния, чтобы она меньше всего вылетала и т.д. и т.п. Чтобы, ну, блин, понимаете, вам нужно записать один ран, то есть 5 часов играть, при этом, чтобы игра не вылетала и... Не было черных экранов и разных всяких там крашей и все такое. Вообще, изначально у вас не получится Взять так, чтобы она вообще не вылетала, чтобы с ней вообще ничего не происходило. Потому что игра сама по себе старенькая. Сейчас системы новые, Windows и 10 всякие, в общем, они несовместимы и приходится приходить всяким разным методом для того, чтобы исправить какие-то баги и прочее, прочее, прочее. Вы, наверное, знаете, что такое Silent Patch, все такое. Так вот, что у меня за GTA? Во-первых, нам не подойдет в Steam версия, это точно. То есть, какой бы там лицензии она ни была, но нам Steam-версия не подойдет, просто потому что она самая плохая, вы сами прекрасно об этом знаете. Вот, Steam-версия, ее можно, конечно, апгрейдить, но, опять же, это слишком много волокиты всякой нужной, ненужной, нужной, ненужной. Я этим заниматься не хочу. Как говорится, вот как я выразился. И только тогда можно будет играть, и при этом куча проблем у тебя так или иначе останется. Самый оптимальный вариант это вот. Easy можно играть сразу, то есть вы скачиваете по ссылочке, ссылочка оставлю в описании этой GTA, это сборка Морозова, э, самый мой оптимальный вариант, с ней меньше всего, по крайней мере, было вылетов у меня за всю историю вообще моей игры в GTA, в одиночку, да, меньше всего черных экранов, в общем, она более-менее стабильно работает, я не знаю, какие там фиксы, патчи, что такое, вы ее просто устанавливаете, как обычно в GTA, и у вас просто чистая GTA San Andreas, после установки у вас вот она такая вот и будет. Что мы делаем далее? Вот у нас есть GTA, вроде бы все, можно ранить, уже приступать, собственно, к самому геймплею, но нет. Прежде чем приступить к геймплею, вам нужно будет еще и установить этот DLL-файлик, что он делает. Зачастую у вас будет чистая GTA, не знаю там какая версия, 1.0 будет версия. И бывает такое, что там мышка зависает. Собственно, допустим, вы начали, начали игру и у вас мышка зависает, она никак вообще, ну, не двигается просто. Приходится эскейпы нажимать, в общем, эти манипуляции проводить, а с помощью этого DL файлика это все фиксится. И то есть он разрешен официально на speedrun.com. Зачастую вообще изначально у вас GTA должна быть полностью чистая. Полностью. То есть DL файлик исключением является, потому что он фиксит просто мышку, чтобы она не зависала. Вот. А так в остальном все должно быть чистое без каких-либо Клео, без каких-либо Асиладеров и прочее, и прочее. То есть Сайлент Патч тоже запрещен, как бы вы его не хотели поставить. Вот, играть нужно 25 FPS, ну, то есть с ограничителем, ну, к этому чуть позже вернемся, когда будем уже настраивать саму игру непосредственно. Вот, у нас есть GTA, у нас есть этот файлик, который фиксит мышку. Отлично. Что делать как захватывать игру? Как вообще записывать геймплей свой с таймером и прочее? У нас есть такая программа, которая выводит в игру в окне. Я сейчас ее удалю для того, чтобы показать, как, как вам ее сделать в окне. Удалим. И вот, тоже ссылочка будет на эту программу в описании. Вы ее скачиваете, ставите, нажимаете EXE, экзешник открываете, и у вас появляется такое окошечко. Тут что надо сделать? То надо, во-первых, добавить игру. Name, допустим, GTA SA, давайте сделаем. Патч, разумеется, корневой путь игры. Диск D, GTA San вот так вот у меня установлено она. Выбираем экзешник. Далее настраиваем разрешение экрана. Ну, пускай это будет тут, разумеется, можете ставить свое. Но, опять же, вы должны понимать, что у вас должно быть свободное пространство для того, чтобы разместить таймер и всякую другую, там, не знаю, донаты или еще что короче, если вы стример. А вот, 1280, например, на 720 я поставлю, пускай будет такое. Нажимаем ОК. Все, вы, в принципе, сделали так, чтобы у вас игра была в окне. Именно в том разрешении, которое сейчас я сейчас только что выставлял. Так вот. Запускаем. Тут не важно вообще. То есть, тут, тут у меня потому что два монитора, поэтому у меня такое окошечко высветилось. Типа, на каком мониторе я хочу запустить игру. Ну, тут, блин, я даже могу вот свое вот разрешение поставить. И... Один фиг, она запустится в 1280 на 720, собственно, как и в программе было. Вот. Вот так вот у нас запускается игра. Все. Вот, в принципе, вот в таком уже можно играть. Но это еще не все. Как мы вернемся чуть попозже. Пока это можно закрыть. То есть это вот такой способ, как ее сделать в окне. Очень все просто. Да, засейвим. Далее, у нас есть таймер. Самое главное вообще, самая главная фишка и вообще шпаргалка для любого спидранера. Зайдите на любой спидран, вы увидите, что там будет лайф сплит. Ссылка на него также будет в описании. Когда вы его откроете, вот так вот он открывается, у вас, скорее всего, появится просто таймер. Просто таймер появится, вы должны, что будет сделать. Правильно. на это таймер. И open split. И from file. И тут выбираете файлик. Вот этот файлик выбираете, который также будет в описании. Что это такое? Что за файлик? Файлик этот сплиты. Вот. Видите, Big Smoke, то есть название миссии это вот и есть те самые сплиты, которые вам нужны, которые после того, как вы поставите этот файлик на этот live split, вот Вот у вас будет такая же вот картинка. Вот точно такая же, как у меня сейчас. Абсолютно такая же. И что с этим нужно делать? Во-первых, нужно настроить вообще сам лайфсплит. Повторюсь, тут дофига вообще просто настроек, все на английском, титул, ну, то есть это вот верхнее окошечко, да, GTA San Andreas. Вообще, изначально, edit сплит, вы можете его всякое разное настроить, здесь название игры написать, то есть это не просто для GTA San Andreas, да, он предназначен, он предназначен вообще абсолютно для всех игр. Как видите, тут дофигище просто игр, которые ранят руль. Люди разные. То есть это вообще спид, э, программа для спидрана. Тут можно выбрать категорию. Вот какие категории есть в GTA San Andreas. То есть тут вся все, все сам уже ищет, все нормально, все окей. Вот. Это название миссии. То есть он так настраивается. Вам это ничего уже настраивать не нужно будет, потому что вот этот файлик это и есть. Все, что здесь уже настроено. То есть вам ничего уже не нужно будет настраивать. За исключением, конечно, цветовой палитры какой-нибудь, которую вы хотите, например, сделать. Хорошо, с этим разобрались. Опять же, переходим сюда. Нужно нам до сих пор его настроить сеттинг. Что такое сеттинг? Старт, разумеется, тут указывайте свои хоткеи. Какие у вас типа старт будет. Ну это все у меня на мышке забиндено. Типа reset, разумеется, если вы начинаете сначала. Скип сплит для того, чтобы скипнуть сплиты, пауза. Допустим, вам надо в туалет да, отойти во время спидрана и надо поссать. Нажимаете на паузу, таймер останавливается, все хорошо. Вот, запускаем таймер и видим, что он работает. Я могу также поставить на паузу, вот так это выглядит. Могу ресетнуть. Все, типа ресет. Хорошо, с этим разобрались, таймер вот так вот выглядит. Далее. Что нам нужно еще? Также я оставлю ссылку в описании на автосплитер. Что такое автосплиттер? Когда вы проходите миссии, ну, допустим, вы прошли миссию Big Smoke, да, в игре. И чтобы самому не скипать вот так вот миссию, это все будет делать за вас автосплитер. Который также останется в описании. Как его поставить? Также заходим э, в редактирование этого всякого дерьма. Ну, типа вот нашей панельки. Здесь есть всякие плюсики, таймеры. Лист, информации всякие разные, то есть опять же, что хотите, может настроить здесь. Потом контрол, мануалы, геймтайм, и т.д. и тп, типа, хоткей всякие. Тут где-то даже можно еще выставить типа мировой рекорд для того, чтобы у вас зрители не спрашивали, типа, какой мировой рекорд, да? Вот, пожалуйста. Where is, ну, гадать, San Andreas any%, flying занимает, например, первое место. Вот, тоже довольно-таки удобно, но мне меня она ни к чему. Вы там сами уже сами все настроите прекрасно. Как поставить этот сплиттер? Вот, скрипт автосплиттер. Дважды по нему нажимаем, выбираем потом сюда, туда. Сейчас ссылочку на него тоже оставлю в описании. Light пожалуйста, у меня где-то здесь находится. GTA Акси, да, это оно. Вот, автосплиттер, который сам скипает вам миссии, без вашего участия, причем при всем. То есть тут, 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 его даже можно уже не редактировать, потому что здесь, в принципе, так все нормально и указано, то есть все миссии по any percent. тут они уже все есть. Просто нажимаем ОК, okay. ОК. Okay. Ну и желательно все сохранять. Вот вообще просто запомните то, что каждую вот эту опцию нужно сохранять, а то вы просто выйдете, и это все не сохранится, придется все заново перенастраивать. ОК. Okay. С этим разобрались, с таймером все тоже. Вот так он работает, автосплиттер, все окей, okay, все хорошо настроено. Далее, что нам нужно сделать? Допустим, я хочу начать свой первый ран. Что мне куда податься, да? Не знаю, как у вас, но я как бы локально не записываю, да и вообще, в принципе, никто локально не записывает. Я вообще записываю все с помощью OBS, да. То есть я стримлю, идет параллельная запись, и все отлично с этим. <связываю> проблемам вообще никаких нет. Что нам нужно сделать? Во-первых, OBS, добавляем окно. Ну, вообще, там уже отдельные гайды по OBS. Я просто вам скажу, что надо сделать. Захватить надо, во-первых, это окно и игру, например, саму. Допустим, добавляем э окно. Это потому что окно у нас отдельное. Вот оно уже здесь есть. И вот тут можно всякое разное, куда хочешь перетаскивать, там, ТРН, ТПП. Например, сюда у меня все время здесь оно стоит. Типа здесь заблочиваем. Так, и далее. Нам нужно запустить игру для того, чтобы здесь игра все была. Так, запускаем игру. Не так запускаю игру. Запускаем игру с помощью нашей программы, потому что именно здесь она в окне. Вот, допустим, у вас один монитор. Я как бы сейчас вот более-менее такой реальный вариант привожу. Что будет? Вот, и здесь тоже захватываем Окно И выбираем GTA San Andreas Вот так вот Как видим, она у нас захватилась э -э Вот Поверх окна, правда Вот, ну мы его передвигаем наверх И здесь его можно уже Растянуть, например На всю Ивановскую, блин Вот я его растянул Сохранил, и в принципе вот и все Дальше уже Можно нажимать на кнопочку стрима и стримить спокойно, и все у вас это будет записываться, видите? Все отображается. Пожалуйста. Вот на маленьком окошечке таймер, все это есть, все это присутствует. Но опять же, там можно немножко поаккуратнее все это настроить, но вы там уже сами. Я просто как бы в общих чертах. И спокойно можно бегать. Хорошо. С этим разобрались. Как сделать так, чтобы вот и окошечко было с этим. С временем. И окошечко с игрой. Все, можно уже ранить. И причем это все работает, все прекрасно. Ладно, с этим добрались. Погнали дальше. Далее приступаем к настройкам именно в самой игре. Все, что было до, это было внешние настройки для того, чтобы подготовить нашу игру. Заходим в настройки, управление, раскладка мыши и абсолютно индивидуально. Не знаю, на, что вы будем на чем вы будете играть. Настройки мыши у меня такие. Изменить раскладку пешком. Разве что у меня тут изменен спринт. То есть у меня на shift, прыжок на пробел, <laughs> собственно, как и во всех играх большинства. Настройки с точки транспортом, у меня здесь изменено только наклоны вперед. И, и гудок на shift. Объясню, для чего потом это делается. Ну, сейчас точнее объясню. Вот, наклон вперед. LKM для того, чтобы время того, как вы едете на байке, ускоряться, не тянуться к стрелочке вперед, да, вы всем известный этот баг, когда нажимаешь стрелочку вперед, когда вы на мотоцикле, он едет намного быстрее. Вот, я сделал это на мышку, во-первых, потому что кликов намного больше, чем нажатий. Вот. Вот так для этого и сделал. Ну, а ПКМ для того, чтобы просто чтобы было удобно, чтобы не тянуться, опять же, к стрелочке вниз. Вот. ЛКМ. ПКМ. Так, э, гудок. На капслог и на shift. Почему shift? Потому что, когда вы садитесь в машину, тоже вот я изменил. Когда вы садитесь в машину, прежде чем начать движение, Карл всегда закрывает дверь. И только потом начинает двигаться. А если вы будете садиться в машину и зажимать при этом shift, клавишу гудок, Карл не будет закрывать машину. И он сразу поедет. То есть не будет вот этой доли секунды закрытия дверей. Что весьма экономит время потом где-нибудь на финале, да, вы это разницу заметите. Так что такие пирожки, ребят. Все сделайте так же. Все будет чики-пуки. А в остальном дисплей. Кстати, что не самое, самое важное, да, дополнительно. И ограничитель кадров должен быть включен. Абсолютно всегда. А здесь абсолютно уже индивидуально все. На вкус и цвет. Ограничитель кадров всегда включен. Это будет 25 FPS, но с этим придется жить. К этому придется привыкать, если вы хотите попасть в титульный лист. В общем-то, все как-то так. Если вам понравился видеоролик, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Ждите следующих видеороликов. Уже следующий видеоролик будет по самому геймплею. Будем разбирать миссии, будем учиться. Надеюсь, вам понравилось. И ждите следующих видеороликов.